Большей части аудитории известно, что ведущая культового шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева в настоящее время проживает в Болгарии. Совсем недавно она перенесла вирус нового типа, поэтому решила уехать на побережье, дабы не рисковать получить осложнения. Неизвестно, когда Лариса вернется на родину, ведь она намерена оставаться в другой стране до тех пор, пока ее здоровье полностью не восстановится. Даже в другой стране за жизнью одной из главных женщин российского телевидения пристально наблюдают. Так на днях стало известно, что Гузеева находится на отдыхе не одна, а в компании Христо Живкова, популярного болгарского актера, которому в настоящее время 47 лет. Эта новость в тот же день облетела все болгарские информационные порталы. Несмотря на то, что Гузеева старше своего молодого коллеги на целых 16 лет, поклонники с обеих сторон предполагают, что их отношения могут зайти дальше обычного общения, вызванного сходными интересами или дружбы. Если все действительно так, то это объясняет нежелание Ларисы Андреевны возвращаться в Россию в ближайшее время. Никакой важной работы для нее на горизонте также не предвидится. А в новых фильмах она не снимается еще с 2013 года. Ее основной занятостью был проект «Давай поженимся». Но в феврале в связи с происходящими в мире событиями съемки приостановились, дабы освободить эфирное время. Лариса с тех пор множество раз жаловалась на то, что для нее непривычен столь длительный перерыв в работе, и теперь она не знает, чем себя занять. Напомним, что телеведущая замужем за Игорем Бухаровым, который младше ее всего на год. На момент знакомства ей было лишь 18 лет, но свадьба состоялась только в 40. За свою долгую и насыщенную жизнь Гузеева побывала замужем дважды и родила прекрасного сына Георгия. Люди, которые пристально наблюдали за ее жизнью долгое время, еще в 2016-м начали говорить о том, что отношения между супругами охладели. Все началось с того, что телеведущая прямо в эфире своей передачи рассказала, как супруг ни с того ни с сего развязал конфликт по причине того, что Лариса сильно прибавила в весе. На это актриса ответила лишь, что дверь открыта, и она его не держит. Спустя еще какое-то время, наполненное постоянным напряжением, супруги решили разъехаться. Тем не менее, разрывать союз они не были намерены. Судя по всему, вскоре эта тема будет поднята вновь. Дорогие зрители, обязательно переходите и смотрите самые последние новости у нас на канале. Вам точно будет интересно.